Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». За моєю ведучою Дмитро Василець. Сьогодні у нас в гостях музикальний продюсер Юрій Квілінков. Вітаю вас. Добрий день. І перше питання до людини, яка знається на шоу-бізнесі, українському шоу-бізнесі. У багатьох українців є стереотип, що у шоу-бізнес потрапляють через ліжко. Чому так сталося? Чи є для цього підґрунтя? Що насправді воно так? Поясніть, будь ласка, оцю ситуацію на нашому медіаринку. Вы знаете, если бы мне этот вопрос задали лет 20 назад, я бы сказал 100% это так. Но сейчас, наверное, это уже совсем не так. Ну, эти времена уже ушли. Когда вы были еще продюсером, да, когда я был продюсером это было нормально. Я не могу сказать, что это было у всех и постоянно, но часто такое случалось. И, как правило, эти тандемы, продюсер-певица, они в большинстве своем распадались, потому что рано или поздно, когда люди уже взрослеют, когда они всего достигли, им хочется большего, вроде бы есть все, но нет главного, нет чувства, нет любви. И эти браки распались, и множество примеров можно привести таких. До браков? Ну, конечно, но... или в гражданском браке, или в официальном. Большинство как бы звезд, они, как правило, жили со своими продюсерами, но то, что попасть в шоу-бизнес через постель, я с этим совершенно не согласен. Это, может быть, попадают какие-то залетные, неталантливые, потому что есть такая... хорошая картинка, она одно время у известного музыкального продюсера и аранжировщика, одного из лучших, Владимира Бабешко, стояла даже на заставке Фейсбука, когда стоит оголенный мужчина, на коленях перед ним стоит девушка, тоже обнаженная, и с таким взглядом смотрит на него и говорит: «Правда ты продюсер?» Вот, с этим все сказано. Вот, как правило, таких девушек, их очень много, их использовали там какое-то короткое время, но... А зараз ситуация изменилась, как вы вважаете? Конечно, сейчас совершенно другой уровень. Сейчас, если говорить о настоящем украинском шоу-бизнесе, не о лагере безработных, то есть артистов в Украине очень много, но работает 5-6 человек там, ну, может быть, 10. На жаль, так-то. Да, так вот те, которые... числятся, но не работают, вот у них, наверное, может быть, так все и осталось. Ко мне очень часто, у меня не замолкает телефон, ко мне звонят и говорят: возьмите в концерт. То есть артисты предлагают себя, они даже готовы за это платить. И многие платят за то, чтобы их... сняли, чтобы их пригласили. Тобто ситуація настільки деградувала у нас в Україні в плані артистів, музикантів, що їм доводиться платити, щоб виступати перед людьми? Да, к сожалению, это так. Вот. И, вы знаете, это как в Китае. Вот я был в Пекине, и вот там замечательный поезд, 312 км/ч в час мы ехали, жили в обалденном отеле, небоскребе, там, где все вылизано, да, и в 15 метрах лежал на матрасе нищий какой-то, прокаженный, весь в тропических язвах, нормально себе. Тут же где-то там жарили на углях, на сковородке какую-то еду. Вот такие контрасты. Вот такое сейчас происходит у нас. У нас есть там Оля Полякова, условно говоря, замечательным, гениальным продюсером Мишей Ясинским, да, ее менеджером. Есть там «Не ангелы» и «Казка» с Юрием Никитиным, да. И есть куча вот артистов, которые снимаются вот в Фейсбуке. Стоит мой друг Вячеслав Веременко, постоянно он фотографируется с артистами. Вот. Я даже не знаю, кто это такие, но они называют себя артистами, они носят какие-то звания. Вот где-то їм присваюють ці звання. А чому така ситуація? Тому що є якась монополія на телевізор чи на площадки концертні? Тому що всі вони ізначально талантливі. Но ті, хто вибрали правильний путь, они забрались высоко. Те, которые не послушались, они хотели взять все на себя. Что означает правильный путь? Правильный путь, ну вот я вкратце буду отвечать, потому что это тема не одной программы, это можно лекцию читать на эту тему. Ну так, но большинство было зрозуміло. Вот если вы откроете интернет и найдете любое имя нашей эстрады, да, если вы увидите организация концертов, телефон звезды непосредственно, да, это уже не звезда, это путь никуда. Если там будет телефон менеджера, если там будет телефон какого-то или продюсерского центра, или какого-то, одним словом, бренда, где этот артист сотрудничает с ним, да, и там с вами будет вести правильный разговор и с творческой точки зрения, и с коммерческой, вот сайт этого артиста успешен, я уверен, успешен этот не дивлячись на те, що в Україні працює 5, там, максимум 10 артистів. Ну, реально працюють, да, да, реально. Половина з них працюють в Росії, половина працюють тут, в Україні. А якщо така ситуація, яким чином тоді, в принципі, молодим артистам в нас в Україні себе реалізувати? У нас вже дуже багато людей, я так розумію, хочуть у цьому напрямку якимось чином розвиватися. Ну, прежде всего, нужно найти себя, а найти себя можно, чтобы кто-то тебя заметил и оценил по достоинству и сказал, ты действительно талантлив, у тебя есть будущее. Очень многие же заблуждаются. Им кажется, что они артисты. Петь хотят абсолютно все. Я сейчас сталкиваюсь с тем, что сейчас предложи петь кому угодно, и вот он тут же скажет, да, а что, можно? Я бы не стал. Понимаете? Все хотят, почему-то никто не хочет танцевать. Все вот этот сладкий плод от того, что певец может за один концерт под фонограмму заработать, там, условно говоря, 60 000 евро, да, вот, обманул весь мир вокруг себя, потому что он спел под фонограмму, это абсолютно нормально. И всем кажется, что они, вот, приложив какие-то определенные усилия, могут рядышком стать. И тут мне навіть хочется задать питание про Вакарчука, який дуже багато співав, і концерти його коштували не $1000, все ж таки, а більше. 100–150 тисяч доларів, а податки він платив чомусь з $1000. Ну, тобто, цікава історія. Нет, ну, ви знаєте, я не налогова інспекція, якщо ми говоримо о творчості, то я готов вести далі дискусію, якщо хто скільки платить налоги. Це зрозуміло, але все ж таки. А якщо ми повернемося до творчості, тобто, зараз є багато альтернативних майданчиків для того, щоб артисту можна було поставити свою музику, свій кліп в Ютубі, там, на соціальних мережах, таке інше. Тобто це, з вашої точки зору, яким чином допомагає нашим українським артистам реально себе показати, щоб про них дізналися, щоб вони отримали якусь... Ви знаєте, все залежить від качества контенту. Якщо це професіональний матеріал, чому б і ні? Вірніше, звісно, да. А ви знаєте такі випадки? Ну, якщо це насильний матеріал, от насильний, що таке насильний матеріал? От я їхав к вам зараз на ефір, я простояв тут на набережній Большой Пробки і слухав Lounge FM. И вот есть, вы знаете, у нас квота, да, такая. И вот в эту квоту вот эти несчастные, я их называю, потому что они бедные, им нужно по закону заполнить определенный процент украинским контентом. И они дергают уже как-то лаунж, вы же понимаете, что такое лаунж-музыка, да? И они вынуждены искать украинский контент для того, чтобы заполнить эту квоту. То введение квот я навіть слухав це радіо. И вот я наслушался сейчас этой квоты, вы знаете, я не мог, я искал, как вот без нее. Я переключал вот эти свои favorite channel, да, и раз попадаю постоянно на украинскую квоту. Но это невозможно слушать. Это невозможно. Ты лежишь земною в ліжку, в тебе розпущені волосся, а там десь щось летить, і я тебе люблю хотить. Ни текста, ни мелодии, ни аранжировки, ну вообще просто ужас и кошмар. Вот этот материал никому не поможет, ничего, сколько бы вы ни крутили его. Ну, а я так розумію, ви відноситесь негативно щодо квот, які погодили, що на телебаченні. Я ж теж з вами не можу спілкуватися зараз на російській мові, тому що квота не дозволяє у такому об'єму мені спілкуватися на російській. Нема проблем, я можу спілкуватися з вами українською мовою. Жодних проблем немає. Вас поки що як гістя таким чином не зарегулювали нас у Верховній Раді, хоч я думаю, що до цього, але теж вони доберуться. Але все ж таки, як ви можете подивитися, квоти ввели. Багато артистів з-за цього стали популярними. Чи збільшилася кількість якісної музики в нас в Україні? Дивіться, я вам зараз скажу. Ввели квоту, але це, знову ж таки, бізнес. Чому в цій квоті дуже неякісний контент? Бо Никитин, він з задоволенням погодився б на те, щоб в квоті звучали чи «Не ангели», чи «Казка», чи там Ірина Білик була б задоволена, щоб була вона, чи то була Оля Полякова, чи то був би там Монатик. Я зараз вам ті прізвища називаю, які вони би радували нас. Ми б раділи, їхали, і ми б слухали з задоволенням, не переключали. Але вони не будуть платити гроші за це каналам. Вони дадуть свій контент чи по бартеру, чи безкоштовно, бо вони вже досягли того рівня, що станція була б зацікавлена в тому, щоб вони в них були в обоймі. Але вони не заплатять грошей. А мені здається, що той продукт, який я чув сьогодні, і мені було огидно його дослухати до кінця, і я переключав, це ті, що приносять гроші. Це ті люди, які платять за те, щоб їх ставили на ефіри. Вони платять гроші, і, на жаль, бізнес йде над культурою, над розумінням якісного музичного продукту на Україні. І як наслідок ми отримуємо те, що маємо. Яке замкнуте коло. А яким чином тоді можна дійсно добитися успіху чи популярності, якщо платити завжди гроші, щоб тебе показували на телеекрані чи на радіо? Зараз неможливо досягнути популярності таким шляхом. Раніше, наприкінці 90-х років, можна було десь знятися в програмі «Пісня року», в програмі «Шлягер», десь отримати якийсь ефір, хтось побачив, що там… Але ж там журі, все ж таки, потрібно нормальний контент зробити. Там теж гроші завжди платили гроші, але тоді ці 2-3 ефіри на цих каналах, на яких пускали ці програми, вони щось давали. Зараз вони нічого не дають. Зараз дивляться чи МТВ, чи М1, чи якийсь контент на специфічних музичних каналах. Щоб туди потрапити, треба пройти якусь драбину якості. Тобто ти вже повинен бути особистістю. І тоді візьмуть твій контент, і ти отримуєш ефіри, і як наслідок отримуєш роботу. Бо замовники концертів, корпоративів, вони де бачать артистів? Тільки на концертах, в концертних залах, слухають радіо і дивляться по телебаченню. Якщо їм подобається, вони запам'ятовують. Ну, зараз, можливо, ще інтернет. Так. Тому роботу мають одні і ті самі, які професійно відносяться до своєї творчості. А от все ж таки, ви знаєте групу, яка через соціальні мережі зробила себе популярною? Я так розумію, якщо це YouTube, наприклад, то там по лайкам, дизлайкам можна зрозуміти, наскільки подобається людям те чи інше творчість. Вона подобається, але я дуже сумніваюся, що вона має роботу, що вона має замовлення. Вона може мати замовлення на якийсь ефір, де її представлять як групу, яка отримала якусь кількість лайків, мільйон чи 2 мільйони. Щоб вона стала такою популярною, як, наприклад, пісня «Плакала» групи «Казка», яка отримала мільйони і... І шазамили, і в Ютубі, і вона у всіх чартах багатьох країн була на перших місцях. Ну там, до того, як Казка знайшла цю Плакала, до того, як вони зробили цей кліп, там працював Нікітін і ціла команда «Мама Мюзик». Це бренд, це фірма. Там туди просто так не потрапити. І якщо ти вже туди потрапив, то це 100% що буде результат. Бо там правильне відношення до артисту, до його розвитку, до підбору контенту, до зовнішнього вигляду, до макіяжу, до фізичної якоїсь підготовки, до вміння розмовляти, давати інтерв'ю, кудись ходити чи не ходити, їздити в трамваї чи тільки на таксі, чи на Бентлі з охороною. Це все дуже має багато значення, це про що я зараз кажу. А у нас артистка думає, що вона приїхала на трамваї, прийшла в Палац України на програму «Шлягер», одягла сукню, вийшла, отримала один ефір вночі по якомусь по рейтингу 37-му каналу, і все, вона зробила собі. Вона віддала останні гроші, винесла з сім'ї, нема за що їсти, бо вона знялася в програмі там якійсь там. Нічого це їй не дасть. Нічого. Ніколи. А от якщо подивитися нас на освітні заклади, які в нас готують артистів для кадрів, для шоу-бізнесу, мені здається, що в нас тільки Інститут Поплацького, в народі Кульок, готує цих кадрів. І от з вашої точки зору, для чого він їх готує, якщо в нас фактично немає ринку для цих кадрів? Я вам скажу, що я з вами не погоджуюсь. Інститут Поплацького – це бренд, це дуже добрий інститут. Там насамперед готують не тільки співаків і артистів, там дуже велика школа режисури, там танцювальне відділення дуже продвинуте. Перше місце у нас займають, на мій погляд, це Церковна академія естрадно-циркового мистецтва і музичне училище, зараз воно Академія музики Глієра. Потім вже Інститут Поплавського, якщо ми розмовляємо про естраду, якщо ми розмовляємо про артистів естради, то це на першому місці це Циркова академія і Глієра. Потім, я вважаю, що це Інститут Поплавського, і дуже багато ще учбових закладів є, які готують артистів. А якщо немає ринку збуту, якщо немає механізму, як ці люди потім будуть себе годувати? Ми фактично цими учбовими закладами готуємо кадрів для закордону? Ми вже торкнулися цього. Це заблудження дітей. Їх підтримують батьки. Вони віддають останні гроші цій дитині, що вона йде вчитися на артиста. Но якщо в неї зірка і в неї є оцей удача, як на українському. Говорить на російській, не питання. Да, якщо є судьба, якщо є удача, і ти зустрінеш нужного чоловіка, якому ти подобаєшся, який буде з деньгами. Дуже багато, якщо. Да, ти получиш будущее. Самому пробиться практически невозможно, очень трудно. Но для того, чтобы тебя кто-то увидел, нужно же попасть в какой-то концерт. А для того, чтобы попасть, нужно быть артистом. А чтобы быть артистом, нужно закончить учебное заведение. Вот я вам ответил. Я розумію, що є певні одиниці, які потрапляють, в яких якщо дуже багато. Але фактично ми ж бачимо, що дуже багато людей готуються в цьому напрямку, а фактично добиваються яких результатів одиниці. Тобто фактично, чи вони їдуть якимось колективами маловідомими за кордон, я знаю, що в Китаї дуже багато українців виїздить. Дуже багато виїздить до Америки, до Росії. Тобто вони фактично не мають змоги отримати роботу на Україні. І якщо подивитись фактично щодо українського ринку, то мені це більше нагадує, що ця вся індустрія, ці всі заклади, університети, таке інше, вони фактично готують людей. Для чого? Для того, щоб армія безробітних увеличується. Куди вони підуть? Ну, тобто, умовних таких повій та хлопців з пониженою соціальною відповідальністю, ну, навіщо? Ну, для чого? Я не могу ответить на этот вопрос, но я знаю, что человек, который стремится, который хочет найти работу, он ее обязательно найдет. В Советском Союзе было легче. Питание, какую работу? У нас было объединение музыкальных ансамблей. Вот я работал, например, в ресторане, да, я там одно время работал с мамой Пети Чорного, там где-то в другое время я работал там в ресторане театральный, еще где-то играл. Я постоянно где-то играл, у нас была работа. Я постоянно свой червонец в день имел, это были очень большие деньги. То есть 10 рублей в день, 30 дней, это 300 рублей, да, получалось, да? Угу. А мама моя получала 140, будучи ведущим инженером Газплана Украины, да, потом была директором завода, получала там 500, а я получал как музыкант 300 или 500. И все мои коллеги точно так же. Работы было полно. Мы играли свадьбы, мы играли в ресторанах, мы играли выпускные вечера, мы играли постоянно. Была живая музыка. Сейчас обленились, сейчас нет живой музыки. Сейчас фонограмма, флешка захватила мир. Флешка. Когда оно приходит и дает тебе один трек, где прописан плюс. И я хочу петь. Что ж ты можешь петь, дорогая моя? Если у тебя, если живьем, ты просто... И вот таких 80%. Сейчас уровень качества артиста стал очень низким стал. Mm-hmm. Очень низким стал. Раньше были все поющие. Все были поющие. Для того, чтобы ты имел место на эстраде, ты должен был реально петь. Ты с фонограммой знакомился только на телевизионных программах, где-то попав на центральное телевидение. Угу. А в основном пели все живьем. Сейчас же это все сразу бегут в студию. Угу. Нужно записаться. Записаться. А это все. Угу. Это все. Это распушитель в детство. Это пшик. Це нічого. Ну, то фактично в нас ці вузи, вони готують кадрів, які фактично будуть безробітними, якщо подивитися у більшості випадків. Конечно, не готовят кто. Учителей то нет. Дорогой мой, давайте возьмем вот кто учителя. Это бывшие артисты, неудачники. Те, которые, будем говорить, съехали, закончили свою деятельность, они работают педагогами в этих учебных заведениях. Талант педагога – это очень тонкий инструмент. Этот человек должен не только быть сам артистом и певцом, потому что петь – это не обязательно, в сегодняшнем понимании артист – это не взять чисто там си бемоль второй октавы. Это могут многие сделать. И многие звезды, мегазвезды, которые сейчас зарабатывают миллионы, они близко не берут этот си бемоль, но они красивы, у них красивая хореография. Куча-куча составляющих делает сегодняшнего артиста. Кто у нас может вот всесторонне этому всему научить? Ну, кто может научить, скажите мне? Ну, я думаю, вы краще... Вот Ирина Билик смогла бы научить, Оля Полякова бы смогла научить. А вот когда я прихожу там куда-то в какое-то заведение и вижу преподавателей, которые далеко уже пенсионного возраста, как они могут научить быть артистом молодую современную звезду? Так чи підуть артисти на такі зарплати, які зараз платять нашим педагогам? Вот видите, у нас программа ни о чем, потому что мы сами знаем ответы на все вопросы. Корень зла в организации жизни Украины в том, что у нас загнана культура, что у нас нищенские зарплаты. Я сейчас работаю директором Дворца культуры Обуховского. Обуховский районный центр культуры и дозвілля. Я народный артист Украины, заслуженный деятель искусств, кавалер ордена за заслуги. С 45-летним стажем работы в культуре у меня зарплата 5000 гривен. А у остальных, у моего зама, у руководителей кружков, у иерархия вниз пошла, там осветливач, звукорежиссер, 3-4, они не дотягивают ставки до минимальной зарплаты. Мы за счет спецфонда, того, что я сам зарабатываю, мы делаем концерты, наполняем свой спецфонд, то есть то, что мы можем потратить на себя, мы доплачиваем людям зарплаты, чтобы минималку выплатить. И никто не собирается эти ставки поднимать работникам культуры. О чем мы говорим? О чем мы говорим? Цікавая ситуация, плачевна на російській мові. А якщо все ж таки, я впевнений, що наші телеглядачі, коли слышать, якщо чують продюсер, для них це незрозуміло. Продюсер, я так розумію, окрім того, що в більшості випадків мають інтимні зв'язки з виконавцями та інше, крім цього, яка їх функція, яка їх роль, що вони роблять, що фактично, який об'єм роботи їм доводиться виконувати? Якщо правильний продюсер, це велика робота. Если это продюсер такой, как Юрий Никитин, если это такой продюсер, как Михаил Ясинский, если это такой продюсер, как ну, не знаю, можно называть российских продюсеров или нет, известных, но не буду говорить, любой. Называет, я думаю, нема никакого. Это люди, за которыми стоит бренд, стоит куча людей с рабочими местами. Это целые организации. Не может один продюсер, это раньше был Игорь Лихута и Тая Павали. Они сели в машину, поехали на концерт, Тая спела, они деньги посчитали и уехали. Раньше было так. Или Фалеса ездил там с Лорак, или я с Буженской, вот, или Никитин с Билы. Раньше было так. Сейчас уже ушло то время. Сейчас для того, чтобы артистка стала известной всему миру, чтобы она выступала на Евровидении, чтобы ее смотрели миллионами просмотрами в Ютубе, это должна вестись огромная работа. Я снимаю шляпы перед этими продюсерами. Это менеджеры височайшого уровня. А яка саме ця робота? Ну, тобто поясніть, щоб, наприклад, у багатьох людей склалася картина дійсно, а яка роль і яка робота цього продюсера в деталях? Що він потрібно, що йому потрібно робити? Це тема окремої передачі. Це дуже велика тема. У нас не хватить времени. Я вкратце скажу, это правильно вести артиста к каким-то высоким достижениям. Домовляться за концерты, подписывать какие-то договоры. Не только домовляться за концерты, это одно, естественно. Правильно вести бизнес, это рекламные кампании, это выпуски каких-то треков знаковых, которые запускаются на всех каналах и бомбятся там в течение какого-то времени, и когда уже вся страна поет. Вот смотрите, ну вот я вам приведу пример какой-то гениальный, например, ход продюсерский. Это, вы знаете, в России есть такая певица Глюкоза. Вы знаете историю вообще или нет этой Глюкозы? Нет? Не. Макс Фадеев придумал эту Глюкозу и 5 лет ее вообще никому не показывал. Или 3, или 4, до 5 лет. Но звучали везде ее песни. Они пускались на телевидении в виде мультика. И Глюкоза это была просто мультяшный герой. То есть ее рисовали такая красивая девочка, такая амазонка с длинными... Вот, да. И все знали, ой, это Глюкоза, Глюкоза. И вся страна пела ее песни. А потом он в один прекрасный момент выпустил живую Глюкозу. И ей не нужно было ничего, ее уже знали все, ее уже приняли такой, как она есть, и она уже была звездой, и она стала звездой. Вот продюсерский ход, вот он придумал, например, такую фишку. Ну, тобто, фактично, це стратегія розвитку, це Никитин, яка музика, який напрямок. Кто-то знал группу «Казка», вот, до «Плакала»? Я, наверное, зараз ее не знаю, але... Вот видите, но Никитин сделал гениальный шаг, он нашел контент. Он нашел одну песню «Плакала». Через месяц эту песню пел весь мир. Это сделал Никитин, это не сделал там кто-то другой. Это сделал гениальный продюсер, который правильно ведет свою работу. Как он раскрутил «Не ангелы». Вы помните, что говорили о «Не ангелах»? Ой, эти две девки, у них они выглядят как проститутки, у них мужские голоса, это трансвеститы, одна спит с ним, там что угодно, все это. Это все на руку продюсера. Чем больше говорят, чем больше вот этого всего, это создает популярность. Сейчас «Не ангелы», они более 10 лет уже на сцене, они зарабатывают сумасшедшие деньги, у них сумасшедшая популярность, у них на год расписан гастрольный график, а группа «Казка», которая сделала, будем говорить, вот такой вот один трек «Плакала», да, сейчас с аншлагом собирает «Дворец спорта». Потому что люди Это стадо баранов, извините меня, с точки зрения отношения к музыке. И продюсер находит фишку, как это стадо заставить слушать свой материал, своего артиста. Что нужно им дать? Да. Что нужно им дать, чтобы они как бы балдели. Очень хорошо подумал об этом Винник, очень хорошо об этом подумал в России Стас Михайлов, Елена Ваенга. А якщо подивитись так об'єктивно на як було раніше і як зараз, якість зросла чи все ж таки впала саме музики, напрямків музики? Вы знаете, я вас понимаю, о чем вы сейчас говорите. На мой взгляд, качество упало. На мой взгляд, качество упало. Потому что когда, например, я слушал «Царство небесное» Хворостовского, я слушал Муслима Магомаева, когда я слушал Юрия Гуляева, я слушал вот таких больших артистов, Аллу Борисовну, Пугачеву, в этом всегда была какая-то фундаментальность, в этом была гармония и симбиоз красоты, величия, и вся огромная страна пела песни этих людей. Сейчас все поделилось как-то на возрастные категории, на жанры. Молодежь, она любит и пищит от того, что не любят там, взрослые люди. У каждого есть свои кумиры, каждый развивается как бы в зависимости от того, что он любит. И для того, чтобы попасть вот в свою целевую аудиторию, я считаю, за счет потери качества продукта мы получили зато наполненность вот тех ниш, которые раньше не были представлены. Ведь раньше что было? Была традиционная эстрада, был джаз, была народная музыка, классическая музыка, был шансон немножко и авторская музыка, барды так называемые, визбор там и так далее. И все. Да. А сейчас посмотрите, что творится. Сейчас все хип-хопы, сейчас соул, сейчас непонятно вообще, это музыка или танец, это песня, или это рэп, или это все. Но это нравится молодежи, они платят деньги. Им уже это качество не нужно, им не нужен этот си-бемоль. Им нужно шоу, им нужны приколы. Ну, це вже для естетів якісна музика, якісні виконавці. А от якщо ми подивимося за кордон, там є якість, з вашої точки зору? Ну, приблизительно то же самое, что у нас. Ну, конечно, там оно все более глубоко и качественно, потому что никто не отменял там Стиви Уандера, слава богу, еще до сих пор, Джорджа Бенсона. Там никто не отменял ту же Бейонс, Леди Гага, Мадонна. Они все собирают миллионные залы, но в то же время появились такие, ну как появились уже давно, например, Андре Бочелли, который собирает залы по всему миру, и люди с удовольствием слушают его. То есть ты не хочешь слушать Бейонс там, или не хочешь слушать там что-то такое вот легкое, пожалуйста, иди на фундаментальное. Там можно найти, там есть из чего выбрать. У нас зачастую выбрать очень тяжело, потому что вот во дворце спорта «Казка», да, а кому-то хочется, например, послушать вот что-то академическое, что-то такое фундаментальное. Нужно ждать до лета. Говорят, что летом приедет Андре Бочелли, например. Вот, да. Но я думаю, что если он будет опять на стадионе, опять это будет не то. Потому что я не понимаю, как может. Опять тут коммерция над качеством. Зрозуміло. А от якщо подивитись на український шоу-бізнес, то ми зараз орієнтуємося, я так розумію, більшість українців. От є там у нас телеканали М1, М2, ОТВ, МТВ. Я їх не дивлюся, але я знаю, що вони існують, тому що раніше вони там 10 років назад існували. Яким чином артистам молодим туди потрапити? Це потрібно мати дуже багато грошей, чи це єдиний шанс? Стратегія каналів і устройство каналів построєно так, що є чоловік там, така собі Надя Симоненко, або хто-небудь ще, яка вирішує питання допустить до продюсера контент или не допустить. Вот к ней приносят все свои диски, флешки. Например. А она же вырежет. Я условно, да. Она вот говорит, ты нет, ты да, ты взяток она не берет. Раньше, может быть, брала. Сейчас она уже не берет, потому что сейчас ей уже очень хорошо платят, она боится. Вот. И она определяет вот этот контент, который я покажу. А за співробітний канал чи кто? Да, да, я покажу вот Ковалю, да, своему начальнику, генеральному продюсеру, продюсеру М1, да. А вот это вот, что я буду показывать, он скажет, что ты мне даешь? Это нет. Это, извините, вернее, берут, говорят, мы вам перезвоним, культурно, все. Вот. А это показывают продюсеру. Это послушал продюсер и говорит, о, вот это классно. Давай вот этого, значит, к тебе звонят, приглашают тебя и начинают тебя щупать. Вот. Если ты можешь заплатить, ты платишь. Если нет, а материал очень хороший, его берут бесплатно. Ну, где-то так вот работают каналы. Ну, а как иначе? Так во всем мире. Все построено на бизнесе. У каждого канала есть собственник, у которого є свої забаганки. І якщо йому подобається, то це все добре. Да. Якщо він десь в якісь фінансових моментах поступиться і ну, безкоштовно поставить, да, ну, то теоретично є така можливість. Да, ну і політика канала, звісно. Наприклад, от на М1, якщо ви принесете там, пісню там, «Красива жінка незаміжня», то ні за які гроші, наприклад, не візьмуть. Скажуть, у нас є там М2, де вот така музика. Я нисколько не умоляю там Аллу Кудлай, я очень люблю, это моя подруга, вот, у нее замечательная песня «Красивая жинка», она замижняя, ее суперхит, но на М1 его не возьмут. Его возьмут там на другой канал, где он работает для целевой аудитории, взрослых людей, которые любят. Там тоже есть свои розклади, свої ставки. Зрозуміло. Якщо подивитись на всіх людей, які хочуть бути артистами, скільки з вашої точки зору їде з них за кордон у відсотковому співвідношенні? Ну, тобто, хто залишається в Україні, намагатись тут якимось чином розвиватися, а хто їде за кордон і скільки відсотків з вашої точки зору приблизно? Ну, вы знаете, мне кажется, что в Украине остаются те, кто может здесь заработать. То есть он достаточно делает качественный продукт, который ментально попадает в украинского слушателя, опять же, находит свою целевую аудиторию и зарабатывает деньги. Тогда нет смысла искать... добра не ищут. А те, кто здесь не могут найти, вот, например, классические музыканты, я снимаю шляпу перед ними. Это вообще дети в 1000 раз более талантливые, усидчивые, очень мудрые, умные, начитанные. Это те, которые заканчивают консерваторию по классу скрипки, виолончели, кларнета, тромбон, там, контрабас, да что угодно, любой инструмент из симфонического оркестра. Они, как правило, здесь без работы. Они без работы, и они ищут, как уехать куда-то, какие-то туры. Они постоянно где-то в Монголии, в Китае, там... Германії, во Франції. Ну, тобто співвідношення приблизно хоч якесь. 99,1%. Музиканта цінять, він там отримує якусь весому зарплату. Там поработав, можна прожити за ці гроші. А у нас вони не можуть вижити. Що касається естрадників, то естрадники за границею нікому не нужны наші, ви розумієте, да? Вони нужны тільки здесь. Вот. Некоторые находят себя в Росії. Ну и слава Богу. Ну и слава Богу. Например, я очень рад за Свету Лободу, которая очень востребована, она сделала свою карьеру. И для артиста самое главное – это отношение зрителя, это полные залы, это любовь к творчеству. А когда у нас в последнее время творчество замешалось на политике, и политика разделила артистов на своих и врагов, вот, здесь у меня нет никаких комментариев. Я просто очень обижен, я в отчаянии, что у нас хороший артист, это который поет вышиванки и на украинской мове. Вот. А если не выполняет таких требований или неправильно отвечает на вопрос «Чей Крым?», и вот тут вот решается ярлык. Угу. Ворог, он имеет право или нет, понимаете, вот где. Угу. І на кінець програми, от, які б ви дали рекомендації починаючим артистам? Їхати з країни, шукати кращої долі, чи намагатися розвиватися? Ні, тільки здесь. Тільки здесь. Нужно только здесь. Нужно получать образование. Нужно обязательно идти в музыкальную школу. Нужно знать ноты. Нужно развиваться. Нужно читать литературу. Нужно читать классику. Артист не может быть косноязычным, он не может быть хороший артист, он не может быть дураком. Потому что после первого же интервью, даже как бы он ни пел, он отвернет от себя всех. Это должна быть всесторонняя, гармонично развитая личность. И, слава богу, у нас в наших вузах есть еще музыкальных педагоги, которые дают, кроме, как бы я говорил о том, что не совсем качественно за фахом у нас образование, то есть распевают их хорошо, какие-то ноты берут, но сделать артиста, мы это уже поднимали, это очень многогранно, тут нужно очень много людей, чтобы работало вот это вот, о чем мы говорили, что продюсер, да, что он делает, вот он окружает артиста кучей людей, которые учат его, как правильно кушать, как правильно петь, как правильно себя вести. Вот та команда, яка зробить цього артиста. Да, совершенно верно. То в учебном заведении молодой абитуриент, который хочет стать артистом, он должен глотать все, все. Он не должен пропускать, он не должен списывать, он должен пытаться вникнуть, он должен пытаться создать себя сам, получив все самое лучшее от педагогов. Педагогов хватает и по сольфеджио, и по актерскому мастерству, и по сценической речи, и по философии, и иностранный язык обязательно нужно учить, потому что без иностранного ты дурак дураком, понимаете, сейчас куда ни двинешься, нужен английский язык. Нет английского, все, до побачення, качки, все, ты никому не нужен. Тебя серьезно не будут воспринимать. Это была программа «Без протоколу». С вами был я и ведущий Дмитро Василець.